Карабин ТГ-2 калибре 3,66 ТКМ на базе АК-103. Что у нас здесь установлен? Прицел люполь от 4 до 12 крат и боковая планка липерс и крепление липерс. В принципе, они держат нормально. Ну и немножечко тюнинга здесь. Это цевьё заменено, ручка от Павгана установлена и телескопический приклад с переходником. Что хотим сделать сегодня? Давайте потестим его на кучку патронами Кион 15. В принципе, самый точный патрон для этого калибра. Посмотрим, на что может ТГ-2, годится ли для охоты или нет. Итак, будем тестировать, значит, ТГ-2. Две серии сделаем, по 5 выстрелов. Посмотрим на ее кучку, что она дает. Значит, патрон Кион 15. Так, все в наушниках, да? То будет громко сейчас. Так, 5 выстрелов мы сделали. Теперь я предлагаю другим патронам сделать те же самые 5-серийную в эту серию. Теперь патрон у нас Кион 13 будет. Ну то же самое, только 13-граммовая пуля. Попробуем. Также серию из 5 выстрелов сделаем. Две правые твоя. Рядом с гонгом она пустая? Пустая, да. Вот эта? Да. Тогда моя. Ладно. Ну и так, давайте будем пробовать, знаешь. Кион 13. Ветерок. Ну, в общем-то, не очень. И Кион 15, 13, ну, сейчас посмотрим. Мне надо. Ну вот, друзья. Это у нас Кион 15, ТГ-2, 3,66 ТКМ.
в принципе, неплохая кучка такая, ну, вот, ложится. И кион 13 у нас, конечно, хуже прилетел, то есть его бросает то сюда, то сюда. Но, возможно, что еще и ствол нагрелся, то есть уже, то есть... У нее, заметил, когда ствол перегревается, она уже, ну, не летит с холодных, когда стволов. Вот, два выстрела сделал, 15 минут подождал, два выстрела сделал, 15 минут подождал, тогда нормально получается все. Так что так, отличное ружье. С него еще сейчас постреляем по гонгам. Посмотрим. Так, ну что, ну...